Спасайтесь над глазурными красками. Смотрите, какая красота. Ну, дело в том, что здесь еще будет обжиг второй и третий. Это типа как эскизы. То есть надглазурная роспись. Одним обжигом не обходится практически никогда. И это, друзья, заготовки. Это промежуточный вариант, который сегодня утром мы вынули из печи. И Роза дальше будет накладывать следующие пигменты, следующие краски и на другие температурные режимы обжигать. Дулевская краска и Саншай Германия краска. У них немножко разные.